Итак, делаем диодный свет. На кухне старый сняли, остались вот крепежи и провода. Вот здесь крепился на вот эту алюминиевую планочку с экраном. Сейчас мы переделаем. Был на 220, теперь будет на 12 вольт. Блочок поставим его вот туда. И будет гореть свет потом. Сейчас пока нету. Друзья, красный у нас. Красный это плюс. Так, ну давай сейчас тогда подключим. Все? Включили вот такой блочок, тут 5 выходов, 2 это 12 вольт крайние. Вот. Это мы ничего не одевали рассеиватель? И те 220 подключаешь, 4 проводочка, просверлили дырочку и вот так светит. Так, поставили экран, стало чуть-чуть. Прямо сейчас. Меньше света.